Привет, друзья! Сегодня готовим, как всегда, простой, но очень вкусный пирог с вареньем. Для этого нам понадобится 150 грамм сметаны, 180 грамм песку сахарного, можете брать, сколько вам по вкусу, 500 грамм муки, соды, пол чайной ложки, немного соли, 5 яиц, растопленное сливочное масло 200 грамм. Сначала сметану высыпаем в соду и размешиваем для того, чтобы погасить кислоту. И оставляем в сторону. Теперь яйцо, желток и белок все вместе. Так, немножко соли по вкусу, сахар, масло растительное, размешиваем хорошо. Взбиваем до однородной массы миксером, чтобы масса запенилась. Сначала на небольшой скорости, потом скорость прибавляем. У меня скорость пятерка наибольшая, вот до пятерки. Ну вот масса увеличилась в объеме, вот до такого состояния. Теперь мы блендер откладываем. И сюда добавляем сметану. Сметана тоже уже схватилась с содой. И сыпем муку. Мука у меня уже просеяна. И замешиваем. Должно получиться густое тесто. Замешиваем постепенно, не всю массу, не всю муку. Маловато емкость. Ну вот, тесто получилось у нас вот такое густое. Я беру форму, мажу ее сливочным маслом и посыпала панировочными сухарями. Сейчас мы будем сюда класть часть теста. Я уже поставила греться духовку на 170 градусов, чтобы она хорошо прогрелась. У меня яблочное повидло густое. Я вот так промазываю. Можно класть любое варенье, повидло. Можно, например, класть изюм. Кто уж как желает. Вот я много варенья, повидло класть не буду, потому что
Оно и так сладкое. Очень. И сверху вот еще тесто густое. Немного теста. Оно после того, как его поставишь в духовку, оно поднимется и уже будет более-менее равномерно. Немного теста получилось густовато. Я считаю, что надо было немножко муки придержать. Не 400 грамм, а, например, не 500 грамм, а, например, 400 грамм. Ну, это ничего страшного. Ну, вот такой у нас пирог получился. Сейчас мы поставим в духовку 170 градусов, где-то на минут 40. Будем смотреть. Вот такой пирог получился. Он еще горячий. Посыпем его сахарной пудрой. Как я уже говорила, все-таки 500 грамм это много. Нужно убавлять, делать где-то 400 грамм муки. Он уже пропекся. Сейчас попробуем его открыть. Он, конечно, должен еще остынуть. Вот такая у нас красота получилась. Он высокий. Сейчас он немного остынет, и можно будет его попробовать. Итак, у нас пирог остыл. Сейчас мы его разрежем и попробуем. Конечно, он еще не очень остыл. Можно бы еще подержать его. Угу. Вот такой у нас получился вкусный пирог. Готовьте для своих родных и близких. А с вами была Ольга и домик у озера Молдино. Пока-пока.